На парковке у торгового центра в Нижнекамске прямо среди дня вспыхнул автомобиль. Его водитель едва успел выйти из машины, как иномарка оказалась объята огнем. Рядом с ней находились и другие машины, которые очевидцы происшествия буквально на руках стали оттаскивать от очага возгорания. Рамиль Шайдулин с подробностями. Мы их вот юзом руками оттащили, все машины. Газели вот эту. Девушка вот на машине стояла, она вообще просто ключи бросила, растерялась. Ничего сделать не смогла. Вот ее машину оттащили, потом уж другие. Дмитрий Киселев – один из очевидцев возгорания автомобиля и один из немногих, бросившихся спасать чужое имущество. Рядом стояли другие автомобили, и огонь мог с легкостью перекинуться и на них. Убирали машины от очага возгорания практически на руках, как легковые, так и грузовики. Машина вспыхнула внезапно. Водитель только припарковался и ушел в магазин, но не успел дойти даже до двери. По словам очевидца, версия поджога маловероятна. К машине в это время не подходил никто, поэтому в качестве основной версии рассматривается неисправность электропроводки. Несмотря на то, что машину очевидцы пытались потушить своими силами, до приезда пожарных уберечь автомобиль от критических повреждений не удалось. Капот, двигатель, приборная панель – все сгорело дотла. Toyota, вероятнее всего, восстановлению уже не подлежит. Рамиль Шайдулин, Алсу Арсланова, Евгений Лызаев, вызов 112.